Смотри, хорошо, молодец. Как у нас Олесечка? Что у нас? Нет. Ручки. А это сверху машина. Ручки, то чтобы... Синю. Опа. Голову сюда. Оп. Вот так. Ага, кончится. Олеся, иди сюда. Если вы берете здесь захват, это хорошо, но тяжело будет делать. Что нужно сделать? Надо вот эту руку положить вот на шею сюда. Не брать за стимуло, а положить на шею. Да, можно хорошо. Переходишь сюда. Пиши. Вилбор, Аич. Так. Переходишь сюда. Так, ты нападаешь на Кузьмина, Кристиан сюда. Я.
Вадим защищался, Вадим нападает на тебя. Да. Григорий, баскетбас, он на тебя нападает. Хаджиме? Зажми. Снизу, снизу руки, снизу. Ярослав, жилуй, на жилуй. Колени, колени, на колени. Вот сейчас работает. Сейчас работает. Давай, 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 снизу, снизу ручки, снизу, и сверху, обе руки снизу, снизу, вот, доставай, доставай, переворачивай, 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 давай, 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 толкай, 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 подтягивай, еще немножко, молодец, и в другую сторону, и туда, нет, все, ты руку убрал, уже все, Матвей, Матвей, посмотрите внимательно. Вот костюм встань. Посмотрите, костюм так руку поставил, правильно? И да, еще раз. Эй! Парки не боритесь. Руки должны быть вот. Нельзя так руку ставить. Он отступил, подернул, болит. Значит, руки вот так только ставить. Если увижу, что на ладони, буду бить по ладони. Вот так. И пальцы не прямые, все, стоп. Так, Кристиан. Нападаешь на Вадима, ты сюда становишься. Поменяешь боренька. Пошли. Аджина. Давай, давай. Давай, давай, держать его. Переворачивай, держи его. Я нашел. Вот так, молодец. Помогай рукой. Помогай, убирай его, убирай его, убирай его. Вот так. На подбородок можно давить, убираю, 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 делаю. Сюда, вот так. Стоп. Мате. Мальчики встали. Заправились и туда сели. А что за это? Значит так, у вас два приема. Переворот. Захватом букву. И удержали. Второй переворот, ключ, переворот, и показать удержание. То есть не надо прыгать, а просто раз и придержать. Итак, что вы сели? Пояс задели. Пояс задели. Так, все, разговоры закончили. Разговоры закончили. Григорий сюда, высокий партер. Еще раз залежи на узелок, еще раз на узелок. Высокий партер. Так, Беатрича, два приема показываю на оценку. Ты встань сюда. Вот у нас. Михаил, идешь сюда, там муж показывает. Бегом. Сейчас девочки показывают, посмотрим, кто из вас самый лучший. Пожалуйста, перерывался кто? Георгий. Сейчас ты ей помогаешь. Ты не убегаешь, не борешься, помогаешь. Стоп. Переворот захватываем двух рук. Пожалуйста, держи. А убежали. Еще раз. Смотрите, девочки, внимательно. Раз. Удержали. Я не знаю, я показываю. Плохо. Еще раз. Можно. Так. И фиксацию удержания. Подними голову, колени согни. Садись сам. На бочок сиди. Садись на попу, вот на бочок сиди. Хорошо. Так, оценка 4. Стоп, стоп, куда пошла? Ключ. Георгий, становись, она делает БВ, этот переворот с ключом. Одна на шею, одна снизу. Переворот зачем делать? Чтобы сделать удержание, чтобы выиграть. Сам переворот дзюдо и самбо не считают. Так, оценка тебе сделала неплохо, а тебе оценка 4. Так, пожалуйста, Михаила. Аделина сюда. Так, и удержание. Двумя руками надо держать. Оценка 3, ключ.
Так, оценка 2. Михаила ушла. Олеся туда, пожалуйста. Перевернуть захватом в круг и удержание. Раз. И удержание. Отлично, умница. 8. Так, ключ. И удержание сбоку. Оп. Да. Так надо зафиксировать, а то мне приходится снижать. Уходишь. Оценка 6. 8 и 6. 14. Андрей, сюда. Пожалуйста, еще раз. Еще раз. Покажи переворот захватом в круг. И удержание. Садись ножки вперед. Так, это... Ты начал делать удержание, но он убежит в любом случае. Даже у тебя будет Аделина или кто, Андрей, они убегут. Значит, у тебя оценка 5. Ключ. Так, оценка 2. Стоп. Стали. Все, ушла. Пожалуйста. Молодец. Оценка 6. Ключ. И зафиксировать. Оценка чич. Так. Кристиан сюда. Ты переходишь к нему. Вы вдвоем, мальчики, сюда ко мне. Сюда ко мне. Значит, Вадим. Кристиан становится высокий парта. Ты показываешь переворот захватом рук. И удержание. Ключ и удержание. Пожалуйста, переворот захват. Нет, переворот двух рук. Нет, Кристиан, ну лук-то. Это сейчас на оценку. Нота. Раз. И удержание. Кристиан, мы сверни. Так. Оценка шанса. Вадим. Второй прием. Ключ. Переворот ключом. Что девочки делают? Не знаю, да? Ушел. Покажи переворот захватом зубов. Вадим, сюда. Удержание. Так, Григорий, 6. Пожалуйста, Кристиан, ему делаешь переворот захватом зубов. Ты делаешь, да. Ну, резко делаешь. Так. Асайкон. Оценка 5. Так. Касмин, делаешь ему. Ты посмотри, делаешь ему переворот. Так, оценка 4. Патрик, положи. Итак, у девочек, Аделина, ты какую оценку получила? 8,6. 8,6. А у кого здесь было 6? У тебя семерка была у кого-то? Нет. Значит, здесь первое место занял Григорий, у девочек первое место занял опять Аделина, то есть второй раз. В конце тренировки получат 3. Так, сколько у нас? Да. Так, раз, два, три, четыре, пять. Итак. Три девочки сюда. Вот сюда встали. Пожалуйста, Олеся сюда. Так, вы вдвоем сели сюда. Вы втроем ко мне. Вот здесь встали. Вот здесь. Значит, еще раз. Быстро не бегать. Передавать плечи. Быстро не бегать. Стоп, кольцо. Стараться забить. Подножки. Подножки не делать. И бросать. Модель. Бросать нельзя. Подножки. Это не как баскетбол играли, а как баскетбол рейтинг. Так, ваша задача. Вы берете мяч, посуетесь и стараетесь туда забить. Что нельзя делать? Нельзя играть ногами. Нельзя держать и делать броски. То есть девочек нельзя бросать. Вы можете там не толкать, просто придержать и дальше выбрать. Да. Нет. Не на дальше, а это пока мы не играем. Ничего им не надо уступать. Девочки надо уступать. Не надо им уступать. Мальчики, куда? А на что мы тогда девочки?
девочки, когда учиться, вот так мальчики вам будут поступать учиться. А у вас так, нет, подожди. Еще раз, будьте аккуратны, вовсе просто надо. Итак, сделайте три шага вперед, играйте аккуратно. Итак, по свистку, внимание, хаджиме. Вы готовьтесь, вы готовьтесь. Стоп, значит, не двигайтесь. Мне большая просьба. Как вам? Как вам? Значит, когда вы отсюда ты кидаешь, здесь много народу, и ты можешь локтем ударить, они могут тебя ударить. Значит, отсюда я считать не буду бросать. Смотри, а ты взяла, значит, постарайся девочкам отдать. Бросать можно отсюда, отсюда, оттуда. На расстоянии 1.5 метра, вот как бы круг такой. А входи назад, 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 назад. Так. Назад, назад. Все девочки на свою половину. На свою половину. Стоп, положи мяч, вы не меньше. Стоп, мальчики отошли сюда. 1-0. Не двигаться. Касается. Топ. 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 Посмотри внимательно сюда. Вот. Она стоит хорошо. Ты стоишь здесь. Я понимаю, ты выше. Но он все равно мяч у тебя. Значит, ты должна чуть-чуть отойти от него. Ты стоишь рядом. Как если она даст тебе мяч, и он сразу тебя схватит. Значит, ты должна чуть-чуть отойти. Чуть-чуть. Понятно? Приготовились. И стоп. Стоп! Стоп! Стань сюда! Стань сюда! Стань сюда! Я буду останавливать, потому что посмотри внимательно. Вот тебе пришел мяч. Он тебе пришел, после этого ты поднимаешь голову и начинаешь смотреть, где девчонки. Нет! У нее мяч, ты должна сразу смотреть, поднять голову. Ага, Аделина здесь, Ветрича там. Тебе дали мяч, ты ее сразу ставил сюда. Вот можешь дать. То есть не так кидай мяч. Вот смотри, тебе кинули мяч. А где? Кому давай, кому давай. И тебе сразу локтями этот, потолкай вот это. Посмотри внимательно. Аделина, скажи сюда, будь внимательно. Будь внимательно, Аделина. Стоп! Кидай мяч. Вот я видел, где Аделина, видишь, я сразу могу мяч кинуть. Почему? Потому что я знаю, что. Я видел, как ты стоишь здесь, поэтому я тебе сказал, будь внимательнее. Получил мяч, все равно раз могу отдать. Если никого нет, ты можешь не отдавать. Приготовились? Так же? Стоп, не двигайся. Еще раз, это касается всех. Касается всех. Сядь сюда. Андрей, сядь сюда. Касается всех. Во-первых, Олеся стоит очень близко. Надо чуть назад отойти. Чуть-чуть назад. Потому что теперь смотрите внимательно. Вы стоите и ждете. Вот я стою мячик и жду мячик от Аделины. Куда она меня будет кидать? В руки, а руки внизу. Я должен показать, куда она меня будет кидать. Аделина, где рука? Кидай. Кидай в руку. Видите, я раз и поймал. Я хочу дать тебе мяч. Где твои руки должны быть? Или одна, или две руки. Или одна очень высоко. Вот они должны быть. А вот так? Руку суди. Да, ты еще вот так. Не успей. Ручки поставь. Вот. Вот, видите, я уже могу ей дать пас. Если она здесь поставит, я вниз. Если она здесь, вверх. Мяч. Четыре руки неси, пожалуйста. Держи. Внимание. Куда тебе? Вот смотри, ты, во-первых, мяч лететь будет долго. Он тебя ударит. Потом ты разворачиваешься, а он бежит. И он тебя в лицо.